наконец-то приобрел штатив такой вот себе. Сейчас будем тестить его. Начнем с ножек. Довольно хороший. К сожалению, блин, 90 градусов. В принципе, за эту цену вполне нормально, реально. Так, до вертикалки. Штука с фиксатором, это хорошо. Металл. Вертикалку поддерживает, это тоже. Видеоконное окно. Дальше смотрим. Фиксатор хороший. Так, правильно. Чуть-чуть люфт есть. Качество это очень хорошо. Сейчас подставочку выкреплю. Ставка не родная, так что приходится, блин, подкладывать. Как всегда, подставочка, ну, можно ее носить. Уровень идеальный. Так, сейчас посмотрим, как она держаться будет. Держится классно. 360 можно снимать. 360 потолок снимать. Что сказать? Штатив для своей цены идеальный. Всем советую. Фирму я не знаю, в магазине коробку не нашли. А вот нет, написано фирма Континент. Фирма Континент. Свет. Фирма Континент. Естественно, тут не видно. Короче, Made in China.
она все мобенчая. В принципе, для стримов, для каких-то эфиров, там, допустим, групповых. Для съемок каких-то мероприятий, допустим. Очень хороший штативчик, всем советую.